Пэддлс был немногословен. Вот, пожалуйста, позади Алонсо атаковал, старался и... Мы видели по ходу свободных заездов, как здесь отлавливал красиво свою машину как раз-таки Филиппе Масса, партнер по команде Вальтери Боттаса. Соответственно, Райконен возвращается на шестое место. Так что в этой дуэли двух финнов более опытный оказался прав. Знаете, он выпустил более молодого соотечественника вперед, но... Согласитесь, да, что блеснул здесь.